Привет, друзья! Российский легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» 30 января совершил первый полет. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург в городе Арамиль Свердловской области. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Самолет ЛМС-901 «Байкал» в будущем должен заменить ветерана авиалиний «Кукурузник Ан-2». Самолет разработан компанией «Байкал Инжиниринг» в качестве перспективного самолета местных воздушных линий. В самолете учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, прежде всего на Дальнем Востоке. На первом этапе на ЛМС-901 будет устанавливаться двигатель General Electric H80-200. Это обновленный Walter M601 чешского производства. В дальнейшем импортный двигатель должен быть заменен на отечественный ВК-800. Крейсерская скорость самолета до 300 км в час. Максимальная дальность полета может достигать 3000 км, а с полезной нагрузкой 2 тонны – 1500 км. Цена «Байкала» в 9-местной базовой версии без автопилота с возможностью летать только по правилам визуальных полетов составляет 120 миллионов рублей. До 2030 года государство планирует заказать не менее 300 самолетов «Байкал». На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.